Голдобин отлично открылся. Передача. И сам он в итоге оставляет на крюке. Ищет наилучшую опцию для продолжения. Нашел Николаева. И да, как раз я прогнозировал, что Илья будет появляться. Он выходит уже в конце периода второго. Но вот партнер, это Павел Акользин, сыграл не лучшим образом. Шайбу потерял. Но здесь Николаев здорово закрывает зону. Очень активно Магнитка, очень активно. Скорости вообще никоим образом команда не сбавляет. И по этой причине даже при 4-1 в конце второго периода удается шайбу контролировать. Смотрим за выходом 2-1 у Авангарда. Толчинский с неудобной. Кошечкин. Великолепное спасение.